Блин, а сегодня нет легких сфер, все сферы какие-то ёбнутые. На всех потеть приходится, what the fuck. Я вам такое не подписывался. Да, окей, ладно. Немножко я тут, видите, влево поддался под конец, но... Похую, блядь. Я предвидел, что все будет найс. Да что-то меня, блядь, просто в центре опять накрывало, так что я заебался, должен быть в центре и ушел налево. Раньше чуть-чуть времени. Похуй. Ладно, похуй. Главное, что выжил. Ура, моя любимая атака. Ну, пиздец. Бля, это такая идеальная ситуация была. Вообще, в принципе, она и сейчас идеальная. Наверное. Не сказал бы. Сейчас бы мне кривой баланс, кстати, и не помешал бы. И он будет. И опять не смогу подняться. Пизда. Что такое? Ну блин, ну вот пули просто как... как на заказ нахуй. Влетают. Заебали. Я хочу подняться, и в этот же момент просто идет спрей. Или какие-то стоячие пули жестко стакаются. Ну типа, бра. Это было идеальное РНГ. В любом случае. Идеальный угол. Такое отпускать, конечно, это грех. Нет, нет, нет. Я, конечно, хочу поскорее вторую фазу, но не настолько. Ну да, это моя ошибка. Ой, блядь. Сука. Ну ладно.